Всем привет, друзья! С вами StarCraft 2, а мы тут проходим совместные миссии на Эксперте и делаем все побочные задания. Сегодня у нас карта Вирусная война. Я решил взять себе Стукова и сыграть чисто Васпидов. А саппортиец взял Ноу. Что же будешь делать ты? Я буду играть в Хеллбата Майоров. Окей, тогда встречаемся с вами в бою. Карта Вирусная война, поехали! В главных ролях Стуков. И Нова. Так, прекращай вот это вот. До сих пор не по себе. Прошлый миссий. Да, друзья, оставим вам эту ссылочку на прошлую миссию. Его пришлось закрыть после инцидента с заключенным Талдаримом. Матрица его личности уже захватила большую часть систем. И мне потребуется ваша помощь, чтобы исправить ситуацию. Слушай, а что будет, если ты себе на материнский корабль скачаешь пиратскую копию Талдарина? Талдарина? Слушай, расскажи мне сам, а? Короче, друзья, вы себе качаете на материнский корабль пиратскую копию Талдарина, и у вас на вот этих вот его экранах всплывает такой баннер, где... показано, как Харакс или группы протосов запихивают назад во звездные врата по два, а то и по некоторые по три авианосца. И, короче, всплывает сообщение, чтобы баннер пропал, отправьте смс в Кхалу на пилон номер 3-3-3-5-5-5-5-5. И чё, как? Прибыльный бизнес? Да, вполне. А там можно где-нибудь глянуть на голую Ворозуна или на голую Нахаду, нет? Ты за... не помнишь про главное правило интернета, да? Не, я-то помню. Просто хотелось бы это сделать именно в таком формате. И работа материнского корабля просто в такой момент встает наглухо. Встает наглухо, да. Я не знаю, я почему-то кликаю, я думаю, что это повышает мой уровень игры. Хотя... Откуда у меня 5 рабов в очереди? У меня 500 минералов свободных, у меня 5 рабов в очереди. Но остались и другие. Ой, ладно. Друзья, вот здесь расположено местечко, где можно поставить вторую базу. Его, в принципе, расчистить довольно просто. Знаете, главная подлость миссии в том, что эта тетя сейчас вылезет из своей дыры и направится, никого не спрашивая, последует последствия. Данному кожвен диспансеру, да. Даже так. Окей. Okay. У нас рампа общая, так что можете здесь как-то защищаться. Не прогадайте. Хьюстон, нас тут... собаки пришли. Ну да. Иди направо, я налево пойду. Направо, направо, я понял. Я тебя понял. Понял, принял. Сейчас будут аспиды. Вот уже совсем почти. Прям тут. Ставим вторую базу. Не стесняемся. Ну да, конечно. Ну да, конечно. По-моему, КСМ, чё там говорят, когда их вот так вот отправляешь? А, чё, морпехи кончились? По-моему, так, да? Я серьезно? По-моему, они это говорят. Мне нужна помощь. Этого не Талдарим направил против меня защиту. Ты типа часто КСМ в атаку кидал, что ли? Чтобы я это слышать. В атаку не кидаю. А я пробовал. Наши союзники вступили в бой. Ну, но там, я думаю, как-нибудь. Еще бы ей бы расконтролить. Вообще прекрасно. А? К счастью, прекрасно это только что сделал. Ну, отлично. Делаем грейд, обязательно нас лезь. Он очень клёвый. Нового девочка, мне пока некогда убивать этих двух собак.
Ничего, сейчас там первые аспиды пойдут. Я пока вообще просто на одной девочке отбиваюсь. Ну и нормально. Наши союзники вступили в бой. Просто надо будет скоро на побочку заходить, а как бы пока нечего. Ну, когда-то да. Эта башня служила нам защитой, но теперь она не дает мне продолжать работу. Когда-то эта башня служила нам защитой, но теперь она не дает мне. Вообще не дает. Но она сама так сказала. Меня атакуют. Не желаете помочь? Так, я пошел на эту башню. Ну давай. Башня ставит вот такие вот кружки, попадать в них нежелательно, потому что тогда скорость передвижения и, возможно, атаки войск замедлится, что довольно неприятно. Угу. Так что, получается, когда башня стреляет по нам, она по ней не бьет, да? Или бьет? Нет, она по ней иногда бьет. Иногда, но не всегда, скажем так. Так, а что это у меня рабов еще нет на второй? Это неправильно. Вот, теперь с рабами полный порядок. Несмотря на все препятствия, этот терминал восстановлен. В смысле? Хватит? Ой, как они знатно на слизи-то сгорели. Сели в машину и сгорели? Да, сели в слизь и сгорели. Я бы сказал. И неплохо. Сегодня. Эволюция завершена. Вот так не получится. Так. Надо... Блин! Сам... Надо просветку-то себе собрать, так, ну, на всякий. Так, а если я сделал просветку, нормально. Да ты крут. Я вообще себе хочу... Гостов еще накопить немножко. Я себе, пожалуй, поставлю еще завод. Слушай, сейчас это самое полетит. Полетит, обязательно полетит. Транспортное судно в пути. А, у тебя там нарезатор нарезать пошел. Нарезатор там вообще могет. Просто ново в роли новые. Так, внезапно побочка. Хорошо подготовился к атаке. Да. Вот, друзья, наша побочная миссия. Там нужно прорваться на точку, защищать ее. И... Ого. Выкупить личности. Интересные личности, да. Так, там, выкупить. Приходит внезапно. Да, в чем-то ты прав. Причем очень больно приходит. Причем я промахнулся даже. Ну, я даже это отбил. И, возможно, даже отобью тебя. Я домой уже вернулся. Понятно. Тогда, а Александр? Так, тогда мне пора выходить на побочку, пока есть какая-то... Хватит щупать тетю щупальцем. О, ты там тетю делаешь красиво. Да. Эволюция. Наши союзники. Начинаем восстановление системы защиты. Нормально, тетя, хватит. Что случилось? Она ушла. Точечной обороны нам бы не помешал. Давать людям счастье, добра. Даже так? И немножко женского тела. О. Как говорил, как кто-то там ближе к телу. Надо ее сюда, тело принести. Тело этой тети принести, да? Так, а что там с побочной-то, а? Сейчас я все делаю с ней. У нас там осталось полторы минуты просто. Наши союзники вступили. Господи, как же хорошо заходит Хаубады здесь, в этой миссии. Особенно против Зерга. О боже, нас атакуют гибриды. Это не боевое судно. Там можешь что-то с башней сделать? Наверное, может быть. Я там загружаю
загружаемое течение. Вы спасли еще одного великого героя. Противник уничтожает мое судно. Не надо уничтожать мое судно. Вам удалось извлечь все мешки из этого хранилища. Я не все могу продолжать работу под огнем башни. Первая готова. Башня подавления уничтожена. Так, что мне еще в супе не хватает? Есть работёр. В супе мне не хватает еще самого главного. Кого стрелять? Прогресс восстановления 50%. Вражеская башня подавления активирована. Так, пошли выходить на башню. Да, я думаю, пора. Наши союзники. Сейчас так. Даже так. А можно их как-то в эту нюку? Нет. Нельзя. Нельзя так нельзя. Лицензионное программное обеспечение? В нюку. Слушай, мы сейчас занимаемся очень плохим делом. Уничтожаем башни, раздающие Wi-Fi. Ну так. Мы боремся с пиратством, это очень плохо. С пиратами и предателями? Да, это как-то некрасиво. Нет, с пиратами и предателями боремся следующей силой. Ты немножко попутал. Да, бывает. Так, есть у меня еще... Блин, как они здорово цепляют всю эту слизь, а. Если бы у Рейнора друзья в компании Wings of Liberty были вот эти вот аспиды от Стукова, я бы, наверное, только их и строил. Так они там и были. Они были, но они не оставляли слизь. Что у тебя на уме? И... не сажали воздух. Ну, да, не сажали воздух. Вытащите меня отсюда. Да, но они по-прежнему убивали все на ходу и были вообще как фениксовские протосы, вернее, протосовские. Фениксовские, протосовские фениксы, Протосекские фениксы. Ну, это как фениксы, только наоборот. Они поднимают не землю, а опускают воздух. Ой, я микос поймал, бывает. Да, не обращай внимания. Слушай, тебе надо бы сам хилинг. Ну, они же, в принципе, они желтые пока что. Ну да, от хила не откажусь. Кажется, от хила. Сейчас будет. От капельки хила. С самым морем. Хиалинг. Все, наслаждайся. Я пропанул дроидов еще. Нашей тете, кстати, 8000 хитпоинтов, но она очень быстро их растеряет, несмотря ни на что. Враги направляются к нашей базе. Ну. Я заметил себя за тем, что я практически не использую верхнюю панель. Я себя заметил за тем, что я практически не использую кнопку F2. О, я постоянно использую кнопку F2. Зачем ты это делаешь? Прекрати. Сохраняйте терпение. Вроде там ничего особо серьезного. Вроде ничего особо. Покусим эту мерзкую гибридную тварь. Да. Как умирают эти моталиски? Башня, я знаю. Я уже работаю над этим. Ой, поймал. Кружочки. Бывает. Но она не была так, иди сюда. Я понял тебя. Кстати, я в этот раз аспидов не потерял и, возможно, даже лимит наберу. Это радует. Ага. У меня даже еще один ворон был. Ну да, конечно. У меня даже... И
И 2-2, который я забыл в самом начале еще заказать. О, там... Там приняли, да. Ой, как хорошо. Так хорошо, что моей видеокарте тоже хорошо. Моей тем более хорошо, как ни странно. Ой, оверлорда поймали. Плюшки. А, плюшками балуются. Но эта плюшка называется плюшки с микозом. Никогда не ел? Плюшки с микозом? Да. Просто Слушай, ты никогда не думал щупальца Александра слить? Как типа кальмара, что ли, да? Да. Ну да, да. Это интересная идея. Это у нас четвертый, да? Да, это четвертая точка. Господи, какие вкусные зерглинги. Да какие вкусные вообще, в принципе, юниты против Келбатуша. Да и... А, у тебя побронировано. Да, у меня так побронировано, смотри, вообще 36. Это просто, ну, на. Слушай, я потихоньку захожу, заранее даже не попадаю. Заходи, я к тебе даже присоединюсь. Assistance. Нельзя пока выкупить заранее. Вот здесь, да, покупается лицензионный софт на вот этой точке. И вот на этой точке тоже. Ну или не лицензионный. Точка получается всегда одна и та же, да? Да, тут они никогда не меняются, тут они все время всегда одинаковые. Выдвигаюсь к следующему терминалу. Полностью. Что, может быть, как-то вот так, да? Да. Не знаю, я зачем это сделал. Я тоже не знаю. О, хранилищ надо. Еще можно извлечь. Надо. Сейчас я приду делать хранилищ. Как все умирает. Ой. Я назвал свой шедевр Апокалиском. Пора испытать его в бою. А, Апокалиск. Интересно, а можно турельками построиться наглухо, чтобы они пробежать не могли? Слушай, можно. Можно? Да, можно наглухо застроиться турельками так, чтобы к тебе не пробежали. Ну да. Личность мы точно не утратим. Почему бы и нет? Ой, болит. Личности этих героев в безопасности. Интересные личности спасены. Слушай, откуда тут шторм? А, гибрид, видимо, какой-то был. Слушай, а чем интересные личности отличаются от неинтересных? Силы противника направляются к моей. Но они про двери ничего не говорят. Спасти Хеллбата, спасти рядового Хеллбата. Спасти рядового Хеллбата, я сказал. Ой, чини Хеллбата. Наши союзники рекомендуют уничтожить эту башню и как можно быстрее. Слушай, такое время наступает, что я бы даже рабов потерял. Настолько все хорошо, что я не потерял ни одного даже. Ну, кстати, возможно. Просто посажено, потрачено. Так, там внезапно... Там все хорошо. Там даже нюху не надо. Там... Так, пошел на башню. Угу. Счастье, здоровье. Удачи, хорошего настроения. Но это было нелегко. Наши союзники... А ее нельзя заразить? Не, нельзя. Ты можешь мои турельки заразить. Тоже хорошая идея. Я вообще... Так.
Да, это не проблема. Система судна в критическом состоянии. Есть одна. Я слышу тебя. Башни подавления активируются сразу в нескольких местах. Очень жаль, что нельзя бросить все это дело. Вы не поверите. Атаки башни перегрузили мои системы. Мое судно почти уничтожено. Да не, нормально, твое судно. Кстати, у башни 3500 здоровья. Извините, щитов и 2500 здоровья. В общей сложности это сколько? Это 6000. Не так-то и много. Это сколько получается и залп из Ямато? 10 плюс 5. 15 Ямато и башня снята. Да, давай, чемодан туда. Активирую модуль точечной обороны. Кстати, у нас у нее в этот раз здоровье осталось больше, чем в прошлый. Провожу анализ системы. Чем когда был Тайкус. Признаков личности Талдаима не обнаружено. Наконец он обрел вечный покой. Вы справились, командиры? Что ж, друзья, вот такая вот серия, замечательная победка. Ну а спонсор нашей сегодняшней передачи — это бесплатное ПО от Роханы. ПО от Роханы — неожиданные картинки на вашем материнском корабле. Чтобы убрать, отправьте сообщение к Халу на пилон номер 3335555. Будут новые серии, мутации и совместные бои. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы и смотрите. Голая Борозун в подарок.